Всем привет! Это мы, команда OBC Crew. Представляем сегодня брейкинг на шоу Немо. Думаю, все будет круто, красочно. Сделаем от себя то, что возможно. Будет круто, смотрите. Ну, ожидания самые колоссальные. Это суперпроект. Он уже не первый год. Мы в нем участвуем уже четвертый год. И каждый раз это что-то новое, что-то непредсказуемое. Так что все будет супер. Смотрите, наблюдайте. Не пропустите ни одного момента. Мы не можем уже дождаться своего выступления, чтобы показать очень классную гимнастику. Да? Да. Да. Это большая честь для нас выступить на таком великолепном шоу. Мы его очень долго ждали и хорошо к этому готовились. С легендами гимнастики. Всё, мы покажем класс. Давай. Мы легенды спорта, мы это
прекрасные, добрые, положительные. Очень рада, что выступила на этом шоу, что смогла порадовать зрителей, детей. И очень хорошее и доброе шоу. Эмоции самые разнообразные. Нам очень повезло, что нам... довелось увидеть таких восхитительных людей, настоящих чемпионов и легенд нашего времени, и мы очень гордимся, что стали частью этого прекрасного шоу. Спасибо вам. Я персонально в конце нашего номера, вот я, если бы я себя не остановила, то я бы расплакалась, потому что ощущение какой-то глобальности, что ты что-то делаешь настоящее и крутое, и девчонки, которые впереди, я на них смотрю, и они все такие полные эмоций и... не знаю, какой-то энергии очень мощной. И вот эта энергия тебя настолько захлёстывает, что ты просто хочешь плакать, реально. Под конец реально трясло, и прям вообще такое на адреналине. Да, это же вышло, у меня руки вот так вот тряслись. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам, что мне посчастливилось работать с Тионой. Я безумно благодарна за ее энергию, за ее посыл вот во Вселенную. Я очень надеюсь, что мы еще поработаем, что это только начало. И мне очень повезло. У нас самый лучший номер. Спасибо, девчонки. Спасибо вам большое. Я думаю, что если люди довольны, значит, довольны. Что сейчас в сердце? В душе. Радость того, что в принципе все живы-здоровы и позитивная, хорошая атмосфера сейчас внутри команды общей. Потому что все были на нервах немножко, не понимали, кто где, что будет делать и так далее. Но все собрались, сделали свое дело и порадовались вместе со зрителями. Это самое.